Добрый день, любители хурмы. Я хочу сегодня показать вам подпорченный плод сорта Хиакума. Это грызуны у нас совершают такие вещи ежегодно. В тот момент, когда первые плоды становятся уже более такими мягкими и не имеют яркости. Это не единый плод, сейчас вот еще здесь вижу. Шел сегодня случайно, обнаружил совсем по другим делам. Ну вот вы как видите, вот еще пара плодов, еще он там видел, где-то пару штук. Какие же меры можно предпринять, чтобы плоды, как видите, урожайность в принципе хиакумы неплохая. Это не какая-то там вергинка, прокец и прочая всякая ерунда. Кстати, вот она рядышком, могу показать. Вот она, россиянка. Ну а вот, как видим, и ец, и прок, все тут рядышком, вот она висит. И как видите, на хиакумы твердую, как камень, кидывается. А вот на такую спелую, как тут уверяют некоторые товарищи в Рунете, супервкусную вергинку, никто даже не позарился. Куда я ее сейчас дену? Да вот сюда и дену, вот она. На землю улетела. Ну, могу вот положить еще для, как говорится, для экспериментов рядом с отравой. Отраву я уже вот первую выложил. Травить буду. Вот у меня тут остатки еще остались. Отраву беру в нашем цветочном магазине. Ну, как говорится, будем начинать бороться. Вот еще говорил вам, вот видел. Вот он, видите, в принципе, такой уже на подходе был. Можно было и саму, как говорится, вот уже окрас такой неплохой был. Но, как видим мы, грызуны на высоте 2 метра спокойно добираются и уничтожают эти шикарные вкусные плоды. В этом году раньше будет созревание хурмы, потому что уже из инжимару пробовали вкусные отдельные плоды. Даже джиру уже вчера попробовали, тоже неплохой был уже, довольно-таки вкусный плодик. На этом, наверное, закончу, попрощаюсь по поводу хурмы, пойду снимать инжир.